Меня зовут Карбек Казайзат, мой спонсор Сады Казачумагуль, а достанется Лимоза Маткаримова. Я хочу поблагодарить своим спонсорам и своей команде. И Асмам тоже хочу поблагодарить. Надо быть устойчивым, чтобы добиться успеха. А есть какие-то навыки, которые вы приобрели здесь? Навыки? Как язык русский тяжело было осваивать? Вначале да, сейчас нет. Ребят, люди языки учат для того, чтобы строить бизнес. Отдельные аплодисменты, им в 10 раз сложнее. Спасибо вам.